Это их профессиональный праздник. Ведущие ученые, студенты, магистранты и аспиранты нашего университета 8 февраля, в День российской науки, собрались на традиционный прием ректора. Сегодня праздник, я его считаю своим профессиональным праздником, День науки. Вот служение науке — это всегда было призвание, а последнее время это стало еще и профессией. И от этого, я думаю, ответственность ученых перед результатами своей деятельности, она еще более повысилась, потому что от нас с вами зависит то, каким будет завтрашний мир. И причем зависит дважды, как от ученых и как от преподавателей, как от людей, которые создают новые знания, новые технологии и готовят специалистов, которые вот это все будут воплощать в жизнь. Поэтому всем вам огромных успехов, здоровья, терпения. Потому что действительно нужно еще иметь терпение из-за многих причин. Ну и радости. Радости сегодняшнего праздника. С праздником! В своем выступлении проректор по научно-инновационной деятельности Сергей Петерайтис подвел итоги научного года. Вот лишь несколько впечатляющих цифр. Общий объем средств, привлеченных в университет, превысил 160 миллионов рублей. В прошлом году в ТГУ состоялось 20 научных мероприятий. Проведено 7 всероссийских и 7 международных конференций. Значительно выросла публикационная активность сотрудников вуза. На торжественном приеме ректора отметили тех, кто в 2015 году добился значительных успехов в своей научной деятельности. Почетными грамотами и подарками ТГУ были награждены 48 сотрудников, преподавателей и профессоров Тольяттинского госуниверситета, а также 48 студентов, в том числе магистрантов и аспирантов. Все они внесли весомый вклад в развитие научно-исследовательской деятельности вуза.